Сегодня мы отдаем дань глубокой памяти сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, погибших при исполнении служебного долга во имя торжества закона, гражданского мира и согласия. С такими словами к жителям Ингушетии обратился Юнусбек Евкуров. Цитата. «Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь. Это настоящие патриоты своего народа, которые пожертвовали собой ради мирного неба, спокойствия и безопасности в Республике Ингушетия. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Дорогие соотечественники, ваши родные – настоящие герои, потому что далеко не каждый человек, осознавая риск для своей жизни, остается верен присяге, остается верен своему народу. На примерах ваших братьев, сыновей, мужей и отцов мы воспитываем новое поколение сотрудников, которым не безразлична судьба нашей Родины. Каждый из нас заслуживает права жить в мирной стране и созидать на своей земле. Я уверен, что мы совместными усилиями сделаем все, чтобы народ Ингушетии